have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. Ладно. Да, уже. Игрушка у нас сегодня немножечко необычная. Давай, Катяр, рассказывай. Проект твой, идея твоя. В общем-то, тебе дают 5 картинок на выбор. Всем привет. И надо будет создать мем с этими картинками. Можно было бы начать с названия игры, ну ладно. Игра называется Make It Meme. Это мне тут писать надо? Да. Так. Угу. О, это интересно. Так, у меня это перебойчики. Так, другой мем можно, пожалуйста? Я не знаю, что с этим придумать. Пожалуйста. А, тут есть... Не, мне это не нравится. У меня зависла кнопочка смена мема. А, ну такое, да, вот, возможно. Я из-за этого не успеваю. О. Ладно, пока думаю, что-нибудь с этим. Да, хорошо. Я загрузил. А, тут так и говорится, вы загрузили свой шедевр. Давайте подождем остальных. То есть игра сразу признала, что я тут не фигней занимаюсь. Спасибо, спасибо, я ценю. В принципе, да. Тут вам не здесь все-таки, так что... 15 секунд. Быстро, быстро. Мечка, это я запустил таймер, теперь я вас всех подгоняю. Алло. Я тоже это сделал. А что придумать, почему мемы такие, ну это да. Ика в игре. У всех интересно, разные мемы или нет? Ну, Ика, привет. Наверное, да, я 3 раза поменял, прежде чем нашел что-то подходящее. Ика? Ика, привет. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно уморительно поставить. Красное, а это типа мем, классно. Не... Что... Ладно, так, посмотрим. Это скачать сделает можно? Мем. Сделает мем. Вот это когда это лучше, чем хорошо. Да, я знаю даже, откуда это. Это место меняет людей. Я не понимаю мема. Чувак, ты не видел голый пистолет? Нет, тогда, yes. Тогда пойдите и посмотрите, вот очень вам рекомендую. Ну пошли, короче. Прямо после этой серии. А теперь возвращаемся. Так, ну-ка. Спасибо, спасибо, да, да, я оценил. Смешно. Знаете, мем смешная ситуация, страшно. К сожалению, знаю по себе. Так, посмотрим. Что? А. Да ё-моё, с опечаткой, серьёзно. Это когда такую шишь завтра. В полночь. В полночь. Нормально. Чё? Было бы лучше без опечатки. Я так... Вот это обычно. Я так этот всё лето просидел. А, я вчера опять уснул сегодня. Бывает такое. А где мой мем? 800 поинтов, 900, так. А, не, мы откисаем, минус 500, минус 500. Ну, получается, что Let Me In побеждает. У тебя 0 баллов. Да, спасибо, я знаю. Я не понимаю, как это работает, ребят. В данном случае не минус, уже хорошо. Я постоянно выскакивает какая-то ошибка. Так. Не, вот это я не хочу. Слишком долго. Вот это я не видел. Надо подумать. Ага, вот так можно, кстати. Я вас про... Что? Fail to some caption. Что не так? Uh-huh.
Хорошо, давайте так. И если что, да, я буду, я так и буду писать на английском, потому что у меня нет русской раскладки, так что смиритесь с этим. В крайнем случае я вам переведу. Зато вы всегда будете знать, где мой мемасик. Самый не смешной, так что все нормально. А, стоп, хотите, я вам расскажу фокус. Фокус обычно показывают. Но он расскажет. А, нет, фокуса не будет, потому что, скорее всего, об этом все знали. Электричество закончилось. PlayStation, Xbox. Ну, как бы, да, но, с другой стороны, там должен быть не PC, там должен быть Switch. Хотя мемчик смешной. Блин, я очень много видел вот такого мема. Я не родился. Блин. Минус, Суша. Нет, минус пищевалов. Извините, кто это сейчас пришел? Не хотят носить одежду в белом стиле, учитель. Что это было? It's a law. Как? Ну, не знаю, не могу соотнести. Это у вас так? Красное это классно или типа... Да, ну вверх это обвод. Не знаю, не, ну ладно. Я ничего не буду ставить, потому что я не могу соотнести. Вверх это up, вниз это down. Также я перед вашей встречей... Да. Мы сами себе вредим гораздо чаще, чем кто-либо другой. Маленькая философия жизни. Жиза. Зажи. Так, мем от Фрума. Переведите, пожалуйста. Что такое? Я, мои поступления денежные и мои платежи. Эйма. Жиза. Получается. От кого это? По-моему, это победитель. Я не знаю, от кого это, но это так. Опять мой мем, кстати, не закинули. Что-то не так. Так. Скачай этот. Кого? Поздно, да, ладно. Он останется на записи. Я его потом, если что, выкину в Дискорд. От того стоило. Короче, мне просто это... Не дают загружать ничего. Это печаль. Блин, кто мне поинтов понаставил? За что? Так, ладно, Пика. Да, Пика у нас в тренде. Пика в тренде. Блин, действительно, Desert они какие-то не смешные шутки, ну ладно. Так их не было, в этом-то и прикол. Мне не дают ничего загрузить. Ладно, получается, Desert у нас в состоянии наблюдателя сейчас. Да. Я вот просто тыкаю отправить, и все, и ничего не происходит. Ну, если я вот тыкну, то мне написано то, что я его отправил, но и какая-то ошибка, то есть. Ну... Это другой мем. Мне, кстати, опять не дают сменить мем. Если я просто страницу обновлю. А, ну я вылечу. Возможно. Я это уже понял просто. Блин, 50 секунд, надо что-то придумать. Так, а тут кто у нас может быть? У меня клавиатура не печатает. Почему одни проблемы? Что случилось? Я сделал что-то максимально глупое, ну ладно. О, ну наконец. Все, давайте. Ладно, я что-то отправил, посмотрим. Что-то мне какие-то они социально актуальные мемчики получаются. Нужно ближе к юмору, а я как-то все про жизнь. Надо что-то менять в этой самой жизни. Что, победа? Победа вместо обеда? Да, ошибки больше нет. Круто. Поздравляем. Уже минус 1000. Ладно. Мы, конечно же, поддержим тебя в такой трудной ситуации. Гизом? Не надо. Умирать. Блин, а значок ме, он что, он ноль дает или он минус все-таки дает? Да, он кажется ноль дает, он же между. А. Мема не понял. Ну, когда пытаешься что-то купить в интернете, и такие Google, Facebook, Microsoft, типа...
пытается подслушать, подсмотреть. Должно рекламу потом кинуть. Я же говорю, у меня все вообще-то социальное какое-то, не смешное. А чё? Неплохо. А чё? Жизненно, кстати, там, да. Там через запятую, ну ладно. Через я запятую я было нолик. Бы. Ты крестик? Ты нолик? Следующий мемчик. Во, о, это явно мем отца. Это правда, это правда. Слаг, который сегодня выпросил деньги у адмирала на Dark Souls 3. И это правильно. Нет, ребят, смотрите, игры, которые заслуживают, чтобы их купили, должны быть куплены, все верно. Что? Это, по-моему, капитан Очевидность прислал. А это можно считать за отсылку к моему первому появлению на канале, когда я в кота из двустволки в Вайл 208. Он просто из этого извлекает. Мне кажется, это мем от Данила Нула. Как бы я не жду, но мем смешной. Мы же здесь не намерения, а мемы обсуждаем, так что мем, да. Нет, это был не Дио Нил, это был я, Дио. Дио. Дио Брундо. Какой Дио? О, 833. Смотрите, смотрите, кто у нас оказывается мастер мемчиков. Пика. Пика пришел, просто порвал сервак. Стоп, а после перезахода баллы обнулились? Да. Фокусы. Форты фокусы или чё? Конечно. Как-то неровно баллы добавляются, не понимаю, которые. Надо придумать что-то умное. О. О, есть идея. Так, переводчик. Чтобы придумать такого. Блин, я трачу время. Хорошо. Давайте так. Давайте так. Хорошо. Это классная игра, мне нравится. Ну, да, у меня был, тоже. Конечно, один мем, но, наверное, его понял бы только Фрум. Ну, если его кто-то... Потому что... Я тебе поставлю поинты, да, но тебе это не спасет. Ну, я поэтому его не стал. Ты вроде как играл, когда по 2 еще был. По 2. Имба купи. Имба купи. Это я захожу на сервер адмирала, его куча этих чатов с абсолютно всем. Просто начинает бомбить. Так, ладно. А, ну... Ну так-то. Ну. Если в этом смысле мем жизни. Адмирала. Лайк, хорошо. Мем адмирала. Так, а где корабль? Сразу понятно. Ну, по факту. Это правда. Просто учитывая то, что я смотрел за последние месяца 3-4, ну прям вот, не знаю, прям катастрофа. Вот-а. Так. О, жиза! Не понял, народ. Ну, когда, короче, когда ворта... Ты стреляешь, а у тебя снаряд пропадает магическим образом. Ладно, я просто не в теме, извиняюсь. Да, еще когда в гусеницу попадаешь вообще. Да, или танкующие топливные баки у советов. Да, да, да. О, баянну лайк поставлю. Это красота, согласен. А я жена. И что? Это смешно. Ребят, ну,
Баян, но лайк поставить надо. Есть вещи, мимо которых не проходят. Давай последний мем. Что? Не знал. Почему? Какие? Ну, ребят, ну лягушки, ну как бы, ну ладно. А, я понял! Если это то, о чем я подумал, то мем очень плохой. А, крутой мем, согласен. Да ладно, котяра обогнал пику? Что это происходит? На 5 поинтов. Как ты мог? Мем по этому Power Thunder надо меньше делать, они как-то не заходят людям. Ну, я понимаю где-то там половину из них, потому что я уже давненько оттуда свалил, а что ж, учитывая, что сейчас Power Thunder происходит. Был из ловушки Юдинцева. Повезло. Ловушку Юдинцева. Так, мемпоинты. Кто-то баты ставит, интересно. Так. Не. 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 Я сейчас пока найду, оно и нет, и вообще будет не очень. Блин, нет. Ой, зачем вы меня вынуждаете? Что случилось? Ничего. Ждем еще 40 секунд, потом узнаем, в чем катастрофа. Так. Катастрофа. Уже страшно. Ой, 30 секунд еще ждать нужно. Так, Надь, что? Я из этой катастрофы сделаю победу, все. Там счет. А ячейника. Так, под мему нужна мемная музыка мне. Пять, четыре, три. Вроде так пишется, не помню. Это смешно. Нет, смотрите, что прикол. Перед тем, как вы успели подумать о чем-то, вы увидели мем, вам смешно, значит это смешно. А потом уже ты начинаешь додумывать, а как и что, и всякая политика. Так. Нет. Это смешно. Я ничего не понял, но я посмеялся. Я тоже ничего не понял. Нам надо записывать, как мы рачим, короче, в орехи. Да. А у меня что-то подобное. Да, серьезно? Ага. Это правда. Потому он и жжет. Ну, души я посмеялся, так что да. Мем людям понравился. Я забыл мем. Ну, извиняйте. Да. Вы забывчивые. Нет, это не нет, это мее. Я не успел его сделать. Картинки плохие попались. Сейчас за тебя. Что это? Когда у тебя нету нормального мема. Когда у тебя нету нормальной картинки под мемчик, я пролистал все пять и не нашел. Не знаю, я почему-то посмеялся, ну ладно. Мне кажется, я со всего смеюсь. Эх, я неправильно написал. О, Люба, смешно. Я не понял. Кстати, я кундиру. Что такое DS3? Dark Souls 3. Нет, ну это реально первая реакция человека, который приходит к Гундиру, это просто бесценно. Нужно сидеть и смотреть, особенно потом. Я забыл. Вам записать, я сегодня третий Dark Souls скачал. Да. Позже запишешь. Да, это так и есть. Еще и лень тебя сейчас выкинет, и останется жить тут вместо тебя. Такое было у меня все лето.
А из-за того, что я тоже. Из-за того, что я в 9 классе, теперь нельзя лениться. Надо учиться. Нужно лениться. Минус 333. О, 833 балла, спасибо. Почему у меня плюс 666? Кто меня хочет выкинуть из этого мира? 666. Серьезно, у меня Meme Points плюс 666. У меня 633. У меня тоже было мемы 666. Мем больше жизненный, чем смешной. А у меня такой же. Ну, жизнь вообще ни разу не смешная. Она пугающая. Я, пожалуй, воздержусь от этого мема. О, нет. Сейчас что-то... Блин. Эх, знал бы я всех боссов Elden Ring наизусть. Может быть, был бы мем. Так, другой мем. Там, да. По-моему, просто есть босс, у которого джаз играет. Нет, это будет не очень. Нет. Блин, это же останется все равно на записи, вы потом посмотрите, но это будет потом. А можно все мемы про Dark Souls делать? Я сделаю мем. Кто тебя запретит? Извините, люди, у которых еще нет этого урока. Вы мем не поймете. Сейчас посмотрим. У меня по-любому нет этого урока. А можно к нам пригласить, чтобы он с нами был, а? Ну, подкидывай его в чат, куда? Ну, это голосовой. Нет, не угадал, Пика, это не химия. Можно Фиона. Нам. Да, я доделал наконец-то это. Космос? Ее убрали из программы учебной. Теперь, ладно. Доказать, так, что-то у нас друг пытающийся доказать, что... Ой, это про вчерашний диалог твой, да, Слаг? Ну так она не сложная, она на таймингах вся. Тайминги. Ну, смотри, я дошел до такого места, что на судью Гундир мне нужно 16 минут. А. С первым запуском игры сегодня 16 минут. Это там есть какой-то скрытый смысл или прям камушки в окно? Действительно. Я тоже немного не понимаю. Ну типа. Ладно, видимо, мы не способны пасти этот. Постичь на нем. А что, Бика у вас под прошлым двум мемом, как я понял. Я посмеялся, спасибо. Да, жизненно. Сидим правда просто. Чувак просто несется и хватает все пули, летящие в него. Сидим, прячемся, значит. Боитет. Кто это? Это Соник. До макияжа, после макияжа. Не знаю, не шарю. Женщины, да. С макияжем. Это больше женщинам. Ну, да, ну это ладно. Да, но... Ну так вот, о ситуации с Пикой. Нет. Сидим, короче, со Слагом, прячемся в ранговых боях. И тут этот, загревший на себя два сквада, пролетает мимо нас. Серьезно? Да. Найти хоббит. Почему-то в первый раз я это прочитал, как найти хоббит. Да, ну ладно, это уже мой мозг поехал. Хоббиты? Да нет, лучше, даже лучше. О, да. Почему-то я знаю, кто это написал. Действительно. У кого что болит, тот о том и говорит. Блин, у меня тоже будет скоро, только по химии. А-а-а. О, не, химия вообще топовый предмет, так что... Ой, жизнь. Да, это, кстати... О. А, ну да, это же за. Пика, ворвавшийся и уложивший весь сквад. Изи, лол, нупы! На этой картинке можно было вообще другое подписать. А, ну... Играть на геймпаде от Xbox. Я поднимаюсь! А я падаю. Да, по-моему, да, по-моему, я никто никуда не поднимается, по-моему, просто дред падает. У меня 666 очков, спасибо. У меня 833. Фрион? Слаус. Ладно. У нас это пополнение. Пополнение, привет. Фрион,
Заходи по ссылке в чат Wargames. Погодите, а что, уже выпустили из холодильника? Кого? В смысле? О! Что? В каком смысле? Ладно. Опа-на. Так, нет. Фрум, я вас недопонимаю. И ладно. Кстати, я делаю связанный... мем, связанный с моим сервером, но не ладно. Ты, конечно, было давно, но... как это забыть, я не знаю. У меня ничего другого не вышло. У меня вообще в фантазиях ничего не было. Привет, кстати, чай. Кто это? Я Фриона не слышу. Кто пришел? Он там живой или как? Это Лё. Я, да. Привет, присоединяйся к нам. Куда? Присоединился? Куда? Поздравляю, я тоже в седьмом. Chat for game, и там make it meme по ссылке заходи. Все, хватит рекламы. В смысле хватит рекламы? Это не в прямом эфире выходит. Не, я не понял. Ладно, зашел. Честно? Нет, не понял. Я не хотел это делать мем. Люди, которые... Джинус Пионер. Положенные. Ведет их. Серега, окей. Серега в девятом. Ясно, больными людьми грешно. Сереге удачи точно нужно желать, а то если он порискует, то уже все. Что делать надо? Это же за. Где у вас это? Я нифига не вижу. Кого? У вас сейчас какой мем? У меня... Making good content, вот это вот, короче. Я знаю. Подожди, последнее что? Много работы? Много работы или дело нехорошего контента, но это больше форум налил. Ну, мне нет понятия, я не контент мейт. Это круто. Что делать-то надо? Ай, не успел проголосовать. О, что, рекламировать свой канал? Выходит на OSL Sky, я, который уже идет за последними деньгами. Скорее выпрашивать этого адмирала. Да хватит уже! Нет, про Souls можно говорить вечно. Восславь солнце, чувак, успокойся. Хватит одно и то же, давайте голодные. Блин, я был... Извините, я могу восславлять только императора. Я плохой мем написал. Ух ты! А это неправда хотя бы, потому что это не работает. По факту. А я там каким образом затесался? А потому что он играет со всеми по очереди, и любой человек ему говорит, погоди, но это уже поздно. Обычно Октан нас видит в зеркале за погоди, стой, не иди! Ну, правильно? Да, по-моему, да. Почему Пикона сегодня старик-китаец? Это кореец, в смысле? Что ты состарился? Это некий намек на старика в чате? Это я, если что. Ну это же за. Это правда. Давайте перестанем делать мемы про себя или про наш канал и будем делать просто мемы про просто мемы. А как ты будешь делать мемы, не относящиеся к твоей жизни? Ну да, действительно. Это в принципе про всех школьников, понимаешь? Мемы. У меня такое небольшое соображение того, что возможно... Те, кто посмотрят это видео, они, ну так, возможно, они все-таки они из нашего канала уйдут. Так, ладно, вообще шутка плохая, типа, да? Пика, как обычно. А что Пика так скатился-то? Куда? Что? Почему мне столько много дали? Пика, он не скатился на первом месте, ты чего? Еще чуть-чуть, и я пробьюсь в топы. Так, нет... Так, я думаю, все-таки стоит перестать мемы про Souls-like делать. Раз уж мы про орех, так про орех, ладно. Посмотрим, кто тут про что. Но, между прочим, восьмой раунд, приближаемся, сейчас скоро Пика победит, так что все нормально.
зловещая тишина, все соображают. Ладно, я вам не буду мешать. А, о, буду. Нет. А можно как-то обратно мем делать? Я не хотел, я не то сделал. Поздно. Нет. Не так смешно вышло. Можно молиться. Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее. Ой, это про меня. Почему Пика так играл? Как он в Апексе выбегает, да. Адмирал играл в Апекс? Нет, но я же смотрел, вы там играете. Да, немножечко. Правда, я не понимаю, как вы там все так быстро делаете. Так, чувак, это одна из самых быстрых игр в интернете, насколько я знаю. Просто если ты там крутишься... Я придумал самый смешной мем. Отсюда. Это правда. Мне зашло. Мне честное слово зашло. Это такая правда. Незаметно. Not bad, not terrible. Главное не обливать свой стол чаем. Неплохо, неплохо. Эйо? Почему? А, я не до конца понял, наверное. Это ну, потому, что я не тоже. Написал, я не то сделал. Ну, нифига. Ну, все, теперь не знаю. Теперь мы что-то знаем про бывшую кота, ну ладно. Да-да-да-да, я сейчас сам шою, чё. Осуждаю. Почему? Одобряю. Это лайк. Видишь ли, еретики тащат души убитых ими темным боганом на их задание. Я поддерживаю. Я поддерживаю. Нужно прекратить. Я даже не понял, кто они еретики. Это те, кто подвергли силам варпа. Выглядываешь за оружием после... Это про Апекс, да? Это в любой этот рояль. Что написано? Yeah. Быстрее, пожалуйста. Ищешь пушку после определения. Учи английский. Там написано «Учи английский». По-моему, мой мем был самый смешанный, правда? А, это твой? Плюс. Да, самый первый, причем это был мой. А, да, согласен. Еще не мой будет. Все, 9 дизлайков. Вон. Жизнь. Я не знаю. Это мем адмирала. Где там был мемчик со Скарлетт Йоханссон? А, да? Критиков нужно сжечь. А у кого-то абьюзивные отношения, признавайтесь. Пей мем. Ну вот мы и узнаем. Это предпоследний мем, сейчас последний будет. Чё ты спойлеришь? Надел ты. Ну почему? Я понимаю, что это одно и то же, но почему это такая жиза каждый раз? Блин. Мы не повторяемся, мы следуем традициям. Продошик это был мой. Я просто, у меня фантазия, если о, я на 7-м месте. О, у меня минус кос. Ну ладно. Ну, черноглазые, конечно, победили, да? Жесть. Пикал, адмирал черт скинул мне баллы. Вот, знаете, что опасно в этом мемчике, кстати? То, что горящая машина, и если подойдет медведь. Если подойдет медведь, я не понял. О, ты не слышал мема про медведя. Ну, потому что он подойдет, увидит, скажет, что о, машина горит. Автобус горит, да и хрен с ним. Не, там этот, типа, сел в машину и загорел мем, который, ну да. Так, по что пошутить? Так, про что пошутить? Ина, идей на мим так много, но они, но они у меня чаще всего приходят только посередине игры. Ника, честно, когда мы пришла моя очередь про тебя шутить, пожалуйста, не обижайся. Поехали. Давайте, Димему, делайте скорее, не надо... Я уже устал сам про себя шутить. Ну, нет, ну все про тебя сегодня шутят. Можно я разочек? Только не обижайся. Можно. Мне сейчас должно быть что-то крутое. Кстати, даже не... Ну, ладно, потом увидишь.
Че я буду анонсы выкатывать? Итак, премьера через 30 секунд. А. Ай. Я вот что думаю, если на этом моменте вы вдруг услышали, что на фоне играет музыка, то ее здесь нет, это я ее подставил. Если я ее не подставил, вы не слышите музыки, значит я забыл. Все, я оправдался, поехали дальше. Осталось совсем чуть-чуть. А? Говорю, осталось совсем чуть-чуть. Это ты себя уговариваешь, что надо продолжать? 5 секунд. Да. 3, 2. Так, что со звуком? Блин, а этот мем про то, как Пик в туалет хочет идти, это старается в правду, я в туалет хочу идти. Блин. Я не успел. Я не понял мема. Ну, пытайся объединить свою группу, чтобы легко пройти первый курс. Обезьяны вместе сильные. Не успел, простите. Да. Ну, что ж, соседний из рук валится. Что получается, пахнет так, и всё начнёт. Нет, это деньги. Нелегко быть медиком в Бартруме. Нелегко быть медиком, точка. Лайк. На правду не злятся, ладно. Я тут сгорал сейчас. Я хотел пошутить про варп, у меня мем был. Я мог бы пошутить про варп, но... Ну не пошутил. Но не... Да никто не поймёт. Скажи, что не тёмный Ковальский. Это самонадеянное. Короче, знаете, в чем прикол? Мало того, что Пика на первом месте, все мемчики потихонечку скатываются про мемчики про Пику. Черт, я туда же. Хватит мемов пройти. Пика, прости, мы ничего не... Или наоборот. Да-да. Жиза. Пика, прости, мы ничего не... Это я в Дискорде злой. Адмирала в 3 часа ночи поймал. Летом. Ну нет, ну... Хватит! Ну не знаю, нет, я... не против этого DS3, но... Не, и мне... Я еще первый не проходил, так что мне первый надо. Ну, я пытался. Погоди, ты первый обычный хочешь или этот с дополнением? Там сестры есть и всякое такое. Ой, проходите первый ремастер. Не будьте как я. Это неправда. Да я заметил. О, это горячо. Фика наконец не бежит к противнику. О, это реально горячо. Это вот уже в каком смысле? Вы взяли мемчик из этого, из отмотки 18-го года. Это, по-моему, самый задизлайканный видосик в мире. Так и думал. Каждый свои делать нельзя лично. Мой мем, если сейчас не заценили, слышу, что 285 баллов, спасибо. Ну ладно, я на седьмом месте. Гады скидывают меня обогнал. Меня отбирал со флагом обогнали, как так-то? Что у вас надо борьба на низких позициях идёт? 25. Последний раунд. Можно спросить, а где... Желаю вам удачи. Фриона мем. Где что? Какой мем был у Фриона? Ой, я не успел сделать. Я потыкал, ребят, извините. Надо придумать что-то интересное. Что такое сток? Ну я понимаю, стоковая там техника, но... Ну, базовая. Сток это также на складе. I will take чем. Your entire stock. Я заберу первый... все, что на складе. А, ладно, хорошо. И надо передумать что-нибудь. Банально, но возможно сработает. К тому же это частично правда. Это я, конечно, не про себя, ни в коем случае. У меня сейчас будет смешно, наверное. У меня сейчас очень не смешно. Я догадываюсь, что да. У меня очень не смешно. Я закончил. Так отфиг ли ты его отправил? Я не хотел. Умные мысли часто последовали его, но он был быстрее. Опять. Это последний раунд. Я могу хоть что-то крутое сделать, и я в итоге. Ты в гольф так же играешь. А, последний раунд с 10-го места. Я могу хоть что-то сделать.
Я должен был. А кто у нас в гольфе победил тогда? Блин, я был первый, в конце концов меня выкинули на четвертое место с одинаковыми поинтами с третьим местом. Вот это было больно. Ну что, я провтыкал. Ну все, ты Dead Inside, поздравляю. Спасибо. Dead Inside. Последнюю секунду успел. Да. Dead Inside-ик. Переведите, пожалуйста. Это заработает настоящие деньги. Секретный ингредиент — это преступление. Осуждаю, мило. Нет. О, учитель. Опоздавший на 5 минут. Нет, чувак, это случается после 15 минут. Вы что, 5 минут — это тестовый период? Хотя да, ладно. Не пускают. У нас как-то несколько раз учитель по физике так и не пришел на урок. Он не увидел такую картину. Вот его пропуск. Да если бы пришли... Ой, это мой. Кто-то это, у нас, какой-то из наших классов сломал двери в кабинет, где нас теперь не пускают в класс. Ты уже не дед, так что у нас тоже, кстати, дверь ломали. А, я не успел проголосовать. Ну, а у вас когда-нибудь проектор на парту падал? Нет. Кулак. Как можно сделать мем из просто кадра из мультика? Просто кадр из мультика смешной. Обычное шоу. Оригинально. Да. Короче, называется обычное шоу. К сожалению, Cartoon Network свои мульти удаляет. Вот мой мем будет уже не ноузерноватый, потому что нужно понимать. Я думаю, копейку шутить это уже слишком. По факту. Так это уже 10-й раунд, сейчас уже ничего не исправим. Эта игра полностью осталась за пикой. Да, пиком. Пика. Я не понял мема. Хорошо. I'll take your entire talk. Я заберу все, что у вас есть на складе. Не. Это было актуально когда там, лет 80 назад. Не знаю, мне. Как по мне. Лалочка подъехала. О. Осада робота. Это очень тяжело понять. Это очень. Brawl Stars. Это для очень я понял. Лайкос, чувак, соболезный. Да, по-моему. Ром, ты не понял. Я понял, я играл в осаду роботов. Нет, это с играми никак не связано, поверьте. А, ну тогда я не понял, ладно, извините. Да. Да, это правда у меня, если не честно. Нет, пофиг на географию. Ну это кому как, кому понравилось, да кому... Да география была нормальным предметом, вы чё? У нас такая ситуация. География — предмет нормальный, а вот учитель... Кстати, учитель, да, это ад. А, опять первое место. Я на дне, спасибо. Ну, первое место, как оригинально. Я не ушел в минус уже прекрасно. Ладно, видимо, больше никому не нравятся шутки про пику и про склад. Ну ладно. Ой, да что, подъехала шуточка про пика-склад? Подъехала шуточка про ригби. Пика только не бери. И ригби. Вас казам не верят. Что происходило тут в чате? Тут чат, оказывается, был. Я его даже не открывал, у меня там 50 сообщений, я даже боюсь... Всё, я свободен, я в туалет! Бля, офигеть. Я Пика сам в шоке, что он выиграл, посмотрите на него. Я почти в топ бы прорвался. Так чё? Ладно, ребятушки. Короче, вот такая вот штука сегодня, вполне неожиданно. Я сам не знал, что мы сюда попадем. Меня сюда затащили, я не виноват. Можем посмотреть лучшие мемы снизу. Пишите, что вы, да, об этом думаете. Вот вам парад лучших мемчиков, те, которые зашли на высокие поинты. Вот. Что вы думаете о таком формате, о такой игре? Народ, кто играл, понравилось, нет? Мне понравилось. Ну, понравилось. Я под конец скажу, ну ладно. А, стоп. У меня, кстати, тоже есть мем. Сейчас скину в чат для игр. У меня он, собственно, сейчас покажу. Ну тогда после записи, подожди. Вот. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Всем лучше. И всем пока. Всем пока. Пишите, что думаете, и думайте, что пишете.